27 февраля, вечер. Смотрите, как красиво подсвечен стадион. Наверное, для Шиваратри. Сайрам, друзья. Сегодня 28 февраля, завтра весна. Посмотрите, что я обнаружила. Этот вьюнок. Он дал ягодки. Сейчас 11 утра. Вот так выглядит наш путапарти. Я вчера целый день не выходила. Смотрите, какое дерево посохшее. Я приболела. В самолете меня продуло. Там оказалось на меня направлено. Ну, там сверху этот такая штучка. Она была не отключена, как вентилятор. А я не заметила. Думаю, что ж мне так холодно-то? И прилетели в Бангалор, и так уже я чуть-чуть чувствую, простыла. Хорошо. Thank you.
приехала четвертая посылочка. Три мы захватили сразу по приезду. Вот четвертая прилетела 28-го. Сейчас будем открывать. Уже не помню, что отсылали. Это все хозяйство, которое мы отсылали из... Да-да, сюда. Нет, вот туда. Да-да, вы из Мандала. Ага. Что мы отсылали из Гуа. Вот так партия. Вот так отправляются индийские посылки. Их надо обшить в любом случае. Мы там вот в пакет это все упаковали. Кое-что побилось, их жестоко переправляют. Вот, у меня чайничек разбился, чашечка. Вот, перемешались, разорвались мешки, ну, пакетик с гречкой, хотя я упаковывала в несколько пакетиков. Разорвались пакетики с орешками. В общем, приходилось там гречка, орешки, рубины. Это смешно было. Мы вот это одеяло сюда переслали. Мне не хотелось его там оставлять. Красное мы оставили. Hello, thank you. Thank you. Ram, thank you. We already here. Yes, we get parcels and everything fine. Thank you, Ram. Это наш хозяин из Гоа. Как приятно, слушайте, звонит, интересуется. И подушечку одну. Я туда привезла 4 или 5 подушек, но назад только одну решила забрать. Остальные пусть там остаются. Или хозяин пусть воспользуется, или Оксана. Полотенце вот это мы очень любим. Это нам ребята подарили из Геленджика. И вот в нашем доме живут. Прекрасная пара, поэтому мы решили забрать. Ну и так вот одежки, свои одежки. Ой, как расхламление, да? Постоянное расхламление. Эти Гуччи, Дольче Габбана, мои брюки. Так, все по чуть-чуть, тряпочки. Ну, сейчас опять придется вызывать нашего этого Washing Family, постирать. Какие-то брюки сошили. О, простынка. Я ее искала. Футболки. В общем, наше все хозяйство, которое, в принципе, если там оставить, а вдруг rainy season. У Саши миллион футболок. Миллион. Вдруг в rainy season все опять попортится. Tomorrow we have to give to our washing family everything. Оно вот пока ехало, стало влажным. Не знаю почему. Может, под дождь под какой попало. Вот я это ждала, очень-очень ждала. Ромашка. Я отправила то, что мне Наташа с Виктором привезли из Казахстана. Отправила этой посылкой. Как только у меня какие-то немного проблемы со здоровьем, я пью ромашку. Я очень ждала это. Ну и бисептол на всякий случай, чтобы он у меня был всегда. Вот. Свое мне очень помогает. Ждала эту посылку. Где-то еще мои карты Таро. Я тоже отправила их посылку. Где же они? Они должны быть здесь. Ой, вот это моя тоже простынка любимая. Ура! И пакет с картами дошел. Карты целые, только мешочек немножко порвался. Ура, ура. Так, а где еще одна колода? Я что, ее там, что ли, забыла? Ага, давай, рест. Все пахнет уже, знаете, там внутри этими духами Рама Кришны. Я их тоже, видимо, переправила через эту посылочку. Угу.